I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Мой любимый урок рисования. Рисование. Я очень люблю урок математики. Математика. Мой любимый урок математика. Математика. Любимый урок математика. Математики. Мне нравится решать задачи и примеры. Мой любимый урок математика. Я люблю решать примеры. Мой любимый предмет – это физкультура. Ну, потому что мне нравится заниматься спортом. Мой любимый урок – физкультура. О! Физкультура. Физкультура. Мне нравится бегать, прыгать. Русский. Потому что, ну, там нравится писать. Русский язык. Русский язык. Ну, там я люблю писать на русском языке. Русский. Английский язык. Мне нравится разговаривать, читать. Я люблю английский язык. Английский. Что английский? Мой любимый урок. Английский язык. А почему? Учительница. Доброе. Как вы? Чтение. Мне нравится учить стихи. Труд. Мама же, мы делаем все там. Все уроки любим. Хочу в начальную школу, не хочу в пятом классе. Ну, хотя в начальной школе лучше. А потом, когда на экзаменах сразу же и хочется в пятый класс было? Да. Очень? Очень хочется. А почему очень? Быстрее выучить. Подростком становишься. Я хочу стать стоматологом. А там нужна математика. Латинский язык. Я хочу стать модельером. Люблю создавать новые эскизы и платья, одежды. Видеооператором. Врач. Лечить животных. Я когда вырасту, хочу стать тренером карате. Последний раз я на соревнования ездил в Сочи. Диджеем. Дизайнером. Наверное, доктором. Массажистом. Модельером. Ну, не знаю, хочется быть врачом. Хоккеистом. Не знаю, еще не думала. Я еще не определилась. Ну, рисовать мне нравится. Баскетболистом. Дизайнером одежды. Я хочу спортсменом. Кататься на коньках. Я хочу стать врачом-хирургом. Гонщиком. 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 Мне захотелось тоже ездить на хороших машинах от ментов. Летом гулять во дворе и ездить на море. Поехать на море, отдыхать там. Во дворе гулять. С друзьями. Наверное, ездить на море.
Полететь в Египет на море. Кататься на велосипеде, плавать, читать комиксы. На море. Обязательно всегда. За границей побудешь у бабушки там. Я летом буду гулять с друзьями и, может, поедем на море. Шалаши на дереве делать, шалаши. Гулять на море ехать. Ну, сначала я поеду к одной бабушке, потом к другой, а потом буду отдыхать дома. Ну, я хочу поехать на море со всей семьей. Гулять во дворе и кататься на велосипеде. Гулять с друзьями и читать книги. Кататься, гулять с друзьями. Я хочу съездить на море и читать книжки. Гулять на море. Съездить на море. Ну, я просто в лагере буду все лето. Играть в баскетбол и футбол. До 10 часов вечера. Отдыхать, в лагерь пойду. О, мне много чего запомнилось хорошего. Плохого вообще нет. Я получила во второй четверти по математике пятерку четверти. Как мы гуляли на трудах на улице. На физкультуре, когда в футбол играли. Выиграли 8 со счетом 8-2. Да. Мне запомнилось, когда мы все вместе рисовали рисунки на конкурсе. Когда я получил 4, и вы написали «Молодец» за хороший почерк. Еще как Чеверда на улице в кустах валялся. А потом, когда и с Ильей дрались. Только двойки был посильнее. Двойки получал. Ну, мне запомнились уроки английского языка и наша учительница 4-х классов Александра Валерьевна. Зачем так официально? Как я грамоту получила? Ну, на физкультуре, как нас учитель поругал, мы целый урок сидели на лавочке. Учиться. В 5-й класс не пойдешь? Да нет, не хочу. Хочется в этом, в этих классах остаться. По субботам не хочется учиться. Ну, хочется, но не так сильно хочется остаться в начальных классах. Мне хочется чего-нибудь нового узнать. Без вас скучно будет. Ну, учителя будет. Информатика, наверное. Пятерки. Когда я люблю так вот. Спасибо.